Здравствуйте, меня зовут Вероника. Хочу поделиться нашей историей лечения у Давида. У меня ребенок, девочка, 3 года, не говорит, не смотрит особо в глаза, не откликается на имя, не контактирует, плохая социализация, плохо понимает слова. Проблемы с туалетом, проблематично ходить в садик. Диагноз – расстройство аутичного спектра. И ЗРР плюс. Сегодня 6 апреля 2017 года. У нас было 4-е занятие в центре у Давида. После занятий уже и вчера. Сегодня стала замечать, что Алина как-то стала лучше прислушиваться к словам, более внимательно слушать, когда к ней обращаешься. Сегодня было такое очень веселое занятие. Сидела, слушала тоже Давида и музыку. Вот. Большое спасибо Давиду.